В Магадане активно продолжается прививочная кампания. Вакцины от гриппа уже получили несколько тысяч человек, среди которых около 2000 детей. Юным колымчанам ставят прививки в школах и детских садах. Ребята, не посещающие детские коллективы, вакцинируются в поликлиниках по месту жительства. По словам регионального координатора партийного проекта «Здоровье» Сергея Тимофеева, для того, чтобы минимизировать риск возникновения эпидемии в пик сезонной заболеваемости, прививку от гриппа должны получить не менее 70% детей. Практически у всех детей, привитых от гриппа, заболевание либо не развивается совсем, либо протекает в стертой форме без осложнений, которых мы так опасаемся. Для того, чтобы выработался стойкий иммунитет от гриппа, необходимо, чтобы прошло 2-3 недели. Поэтому не дожидайтесь холодов, когда дети начнут массово болеть. Тогда вполне возможно. Делать вакцину уже будет поздно. Ее нужно сделать сейчас. Особое внимание проведению прививочной кампании в Магадане уделяется на фоне растущего числа заболевших новой коронавирусной инфекцией. Специалисты уверяют, у непривитых детей повышается риск возникновения осложнений в случае заболевания. Особое опасение вызывает непредсказуемость течения болезни. В этом случае своевременно поставленная прививка поможет обезопасить малышей. Ставить ее можно, начиная с полугодовалого возраста. От родителей требуется лишь письменное согласие.